лестницу и подпорную стену между домами номер 5 и номер 7 на улице Яблочкова. Обещают отремонтировать после поступления финансирования в рамках соглашения с правительством Москвы. Редакция независимого телевидения Севастополя получила ответ от департамента городского хозяйства по вопросу капитального ремонта внутриквартальных объектов в поселке ГРЭС. Для уточнения стоимости работ специалисты Управления по эксплуатации объектов городского хозяйства выезжали на место и обследовали аварийную подпорную стену и лестницу. Проект на реконструкцию этих двух объектов еще предстоит сделать. А вот документация на ремонт асфальтового покрытия внутри дворовой дороги по улице Яблочкова 20, 22, 24 и 26 уже разработана. Восстановить проезды в этом районе горхоз обещает в рамках отдельного мероприятия программы ремонта дорог после получения на это средств. Однако горизонт планирования таких работ, согласно официальному ответу, растягивается на ближайшие годы. Напомним, сюжет по жалобам местных жителей на благоустройство улицы Яблочкова в микрорайоне ГРЭС выходил в эфире нашего телеканала в конце февраля.